Как твоя жизнь изменилась после того, как ты вступил в отряд? На самом деле, КСО – это такое уникальное движение, где можно найти не только просто людей, с которыми можно как-то пообщаться, там, убить время и так далее. Можно найти самых настоящих друзей, товарищей по жизни, с которыми можно потом двигаться дальше. Даже здорово, что нарабатывая связи. Здравствуйте, товарищи бойцы и командиры! Привет, Костя. Привет, Катя. Расскажи, пожалуйста, как ты вступил в отряды? Что тебя к этому подтолкнуло? Во-первых, активная деятельность в университете началась у меня с первого курса, и когда она закончилась в лице КВН, на втором курсе, я думал, чем заняться, и искал то, что, ну, по душе непосредственно. И мой лучший друг, Эдуард Державин, который был командиром штаба КГПУ, посоветовал мне пойти в отряды. Так я и пришел, можно сказать, в отряды. Ты же являешься создателем отряда «Стража». Каким образом к тебе пришла идея создать свой собственный отряд? Эта идея пришла из очень одной хорошей поговорки. Если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. Я думаю, он вне зависимости, там, где я работаю, чем я занимаюсь. Самое главное, это, наверное, все воспринимать с улыбкой. И тогда любые преграды можно преодолеть. Это прям по-жатски. Но мне кажется, в принципе, что бы ни случилось, все можно исправить. Да? Есть всегда шанс, либо возможность что-то исправить. Нет таких ситуаций, с которых нет выхода. А когда ты будешь загружен или будешь по этому поводу сильно париться, как говорят уже студенты, то как бы итога не будет. А откинуть эмоции и трезво принять ситуацию с улыбкой, в принципе, что я и делаю всегда. Поэтому с улыбкой по жизни, это, наверное, самое главное. Этот подарок обзавидовал Сергей штаб. Но я сказала, что из штаба его никто не получит. Я вас сильно люблю, но подарок для друзей. Поэтому надеемся, что он тебе пригодится и будет радовать тебя. Привет, Влад. Здрасте. Какой пост ты сейчас занимаешь? Специалист штаба СО Красганова. Ого. Расскажи, пожалуйста, нашим ребятам, как ты добился этого успеха? Я просто пил растишку каждое утро и по вечерам. И просыпаясь, я оставил себе цель, что я стану лучшим бойцом студенческого отряда медицинского вуза. И вот результат. Бойцовочка пошита, экски. Вот, что специалист штаб означает. Ну, я, короче, хотел начальником быть, ладно, не важно. Самое главное – это иметь желание. Ну, а если из качеств, то это, конечно же, упорство, это креативность, организованность, в первую очередь, дисциплинированность, чтобы уметь людей организовать и повести их за собой. Это грамотность, квалифицированность и какой-то опыт. Людей здесь очень много. Разных бывает. Кто-то из нас здесь просто из-за денег. Кому-то скучно, другой за идею потеет. А я не знаю, мне нужно все и нужно сразу. Меня зеленое одену, будет все прекрасно. Это рага для тебя и тех, кто рядом. Кто когда-то посвятил себя отрядом. Те, кто смотрит на мир свежим взглядом. Те, кто видит, как нужно и надо. Те, кого жаркий зной закаляет. И от трудностей пот не бросает. Те, кто ярко горит, повторяя. Ва-па-па-ру-ра! Я боец отряда. Я боец отряда. Да-да-да. Снова летом я убегу от шутус. Уже который год, наверное, я вошел во вкус. Покину этот Вавилон с кучей серых. Я не один, не пропаду, мам, не надо нервов. Я не последний.
и точно не один из первых. Но вот уже сентябрь сонный, стучится время. Ничего, еще немного подождет. И снова сумку я хватаю, пора на слет. Это рага для тебя и тех, кто рядом. Кто когда-то посвятил себя отрядом. Те, кто смотрит на мир свежим взглядом. Те, кто видит, как нужно и надо. Те, кого жаркий зной закаляет и от трудностей вход не бросает. Те, кто ярко горит, повторяя: вот под пару рай, я боец отряда. Я боец отряда. Да-да-да. Кому-то важно море или изгиб гитары. Просто песни у коста, чтоб никто не парил. Но помни, друг, недолго будешь ты беспечен. В отрядах путь у всех, конечно же, не вечен. В отрядах путь у всех, конечно же, не вечен. Костер последний гаснет, снимаю отцовку с плеч. Снова в душный Вавилон я прибуду. Но лучшую молодость свою я не забуду. Это рага для тебя и тех, кто рядом. Кто когда-то посвятил себя отрядом. Те, кто смотрит на мир свежим взглядом. Те, кто видит, как нужно и надо. Те, кого жаркий зной закаляет и от трудностей вход не бросает. Те, кто ярко горит, повторяя: ва-па-па-ру-ра! Мы бойцы стройотряда. Воу-воу-воу-е-е-е. Мы бойцы стройотряда. Да-да-да. Мы бойцы стройотряда. Мы бойцы стройотряда.